Давно купаешься? 6-й год. Привет, друзья! Сегодня большой праздник. Крещение. 19 января 2017 года. В этом ролике я вам покажу и расскажу, как празднуют праздник Крещения в Днепропетровске. Сначала я поеду на Воронцовский пляж и сниму мероприятие это там. А уже назад, на обратном пути, через новый мост, так называемый новый мост, вот такой новый, он скоро будет почти как ровесник мой. Ну ладно, через новый мост я вернусь назад на правый берег и подъеду на набережную. У нас есть такая церквушка построена, ну она не совсем давно построена, новая. И сниму, как там народ в прорубь. Ну сейчас вряд ли прорубь есть, потому что льда на Днепре нету. Но я это все дело засниму, это вы все увидите в этом ролике. Поехали! Это мы едем по Воронцовке. Скоро подъедем к пляжу. Ну. Людей много. Владику бачачи, що хрещується, Владику бачачи, що хрещується. Будьмо уважні, премудрі. Звірі не ступлять на неї, не буде їх там, а будуть ходити по ній спасенні, визволені Господом, і повернуться, і прийдуть в Сион з радісним співом, і радість вічна буде над їхньою головою. Вони знайдуть хвалу, а світа моєї спасити міковою. А я туда. Он же у нас на рыбалке. Он оглядится. А он. Идет служение какое-то, я, конечно, не очень в этом понимаю, но до конца дойдет это все, и потом народ пойдет купаться уже. Ну хотя уже некоторые, многие уже давно купаются, вы видели, я снимал это. Сам и ныне Владыка благослови, я святый воду цю. Сейчас я нахожусь на левом берегу, на Воронцовском пляже. А вот через Днепр я вам сейчас покажу церквушку, которая стоит на набережной. Я потом поеду к ней. Сейчас попробую ее приблизить. Не знаю, насколько ее будет видно. Вряд ли она сейчас видна. Может и видна. Вот к ней я поеду. Благословити я святи воду цю, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Господи, і дрожди його на себе поклоніння, Отці, всі Бога на свічі вранема, виробнати весь на іменою чин, і дрожди на небі головині, Господи, я вирі, Святи Боже, Святи Святи Господи, на здоровье. Это на великолепное здоровье, на целый год. На крепкое. Приветствую. Как здоровечко? Ужасно. Святий Христе Боже, і Сім просити славу. Як настроїсь праздник?
Да, мы не успели. Доброго здоровья. Наши всем. Ну, на пока. Это наши надежные рятувальники. Спасибо. Самое назначение еще. Так, Саша, сейчас куплю. Как ощущения, Валик? Как заново народился. Понятно. Такие есть ощущения по спине, как мурашки с огненными лапками бегают, да, правда? Хорошо, но при этом выделяется большое количество энергии. И чувствуется прилив сил. Сам знаю. Сам знаю, но сегодня тебя не поддержу. Я уже. Уже? Уже. Не, можно второй раз. Не, второй раз я не выдержу. Некоторые особо и три раза могут. А? Но в разных местах. Энтузиасты, я понял. Энтузиасты, то бишь. Народ купается. Энтузиастов много. И знакомых здесь встретил. Как тебя зовут? Вова. Давно купаешься? Шестой год. И как самочувствие? Отлично. Не холодно? Супер. На данный момент теплее, чем вам даже. Да, серьезно. А простудиться не боишься? Нет, не боюсь. Все нормально. 6 лет не болею. А скажи, поделись секретом, вот купаться не холодно? Или это уже, как знаете, как вот там человеку в теплой ванне, например? Знаете, все у нас в голове вот здесь находится. Не холодно. То есть нормально, да? Нормально, да. Просто все зависит от настроя вот здесь и вот здесь. Ты знаешь, я вот по секрету, я купаюсь третий год, но я все равно вот ощущаю дискомфорт. Вот как-то не привык я. Не знаю, почему так. Пробуйте обливаться. Хотя как? Бы, ну, обливание делать за месяц до крещения хотя бы. Так я купаюсь третий год каждый день дома, когда я ванну принимаю, я оканчиваю ледяным душем. Не, ну как-то вот я не привык. Утром, холодной. Утром взяли, это знаете, это вы еще тренируете как свою силу воли. Утром встали, взяли с балкона ведро с водой, облились в ванной. Угу. Вот как проснулись там 2-3 минуты и облились. Угу. И день будет классный, тело в тонусе. Тело, спасибо за совет, Вов. Спасибо. Пошли. С крещением! Шашлыки? Не, я ж... Не, мясо я не ем. Не, я говорю, что для людей. Я понял, и спиртное я не пью. А дорожка интересна, да, так прикольно сделана? Зеленая, елочками. Да. Мы
Поднимаемся мы уже с Воронцовского пляжа. Едем домой через новый мост. Ну, он так называемый новый, почти мой ровесник. По-моему, он открылся то ли в 67-м, то ли в 69-м. Точнее сказать не могу. Кажется, в 67-м. Едем домой. Туман. Туман. На улице минус 8. Вот это наша церквушка, которая на набережной. Я сейчас к ней подъеду и там сниму, как и обещал, в дополнение, в продолжение моей экскурсии по Водохрещению. Бочком. Зрители, те, кто не знает, это Днепролитровский и Павлоградский, Ириней. Здравствуйте. И уши глухих услышат, когда скочит хром, як и лень, и ясен будет язык угнивый, яко проразися пустыни вода, и дебри пустыни жаждущий, и будет без мириться немать из ребра, шедше купите, идите и пите без ребра и цены, вино и дух, всяк вы цените ребро, и хлебы, и кровь ваш, не вздыхать, подпочите. На этом я заканчиваю свое видео о празднике Крещения и о том, как он проходил в Днепропетровске. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте класс, делитесь им со своими друзьями. С вами был Виталий. Пока!